лишнее убираешь, потому что оно все равно отсюда вылезет. Так, и можешь следующий кусочек. Все, можешь дальше. И так каждый слой. Насколько хватает тебе сгущенки. Ну, обычно на корж, на этот, две банки ходит. Заполняешь дырочки так вот. Просто. Слюнки текут уже? Да. Буквально пускай час постоит, пропитается, можно есть. И вот так. И все, следующий кожик. Насколько кожей хватает, столько и делаем. Все. И дальше. Так, стягиваем по всем клеточкам. Вот так. Вот так и сам делаешь. Вечерком пришел, взял, захотел сладенького, целый тортик. К чаю. Друзей позвал на чай. Закупили. Мясо в мультиварку. Пока оно готовится, торт себе сделали. Пир на весь мир. Не хватит, наверное, сгущенки. Да? Вот. Сюда. Это получается, надо две банки сгущенки. Варенки, Егорки. Вареные сгущенки. Да. И вот эти вот... Вафельные коржи. Пачка вафельных коржей. Все хватает. И когда все это намазал, соединил, сколько он должен стоять? Ну, хотя бы час. Час постоять? Да. А потом можно есть? Да. Уже пропитается быстро. Ну, просто коржи немножко смягчаются, они не разлезутся, но останутся хрустящими, но будут уже пропитаны сладеньким. Вот и все. Ровно до миллиметра. Мы с тобой все сделали. Вот и все. Торт готов. Все. Накрываем. Все. Придавливаем крышек. Так. Все. Все готово. Все, постоит и можно есть.
Bueno, видишь, как она уже. Все.